Бескрайняя зеленая тайга – богатство якутской природы. Среди этого великолепия вблизи Ленска находится дачный поселок. И все бы ничего, но некоторые дачники проявляют неуважение к природе, бросают мусор и засоряют озера. В итоге на поляне среди леса образовалась свалка. Добровольцами по ликвидации отходов выступили нефтяники. Собрались дружно после рабочего дня и привели территорию в порядок. Сегодня сотрудники «Тасуряхнефтегазодобыча» принимают участие во всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Это у нас добрая традиция, мы всегда участвуем. Вот. И для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы наш город был чище. И очень надеемся, что жители города Ленска тоже будут бережнее относиться к нашей красивой природе, будут ее беречь. «Зеленая весна» – экологический проект, действующий с 2014 года. Он объединил государственные структуры экологов, крупные компании и неравнодушных граждан. Компания «Тасуряхнефтегазодобыча» присоединилась к акции в 2016-м. На счету ленского офиса предприятия уже пятый массовый субботник. Ну, это нужно для нас, потому что мы тут живем, значит, убираем свой город. Конечно, хотелось бы, чтобы люди нас поддерживали, не мусорили, чтобы нам меньше было уборки. Ну, а так что… Самих дачников надо призывать, чтобы сами убирались. Активная гражданская позиция сотрудников нефтегазодобывающей компании – хороший пример для молодого поколения. 3 года назад сотрудники «Тасуряхнефтегазодобыча» вместе с учениками ленского «Роснефть-класса» вывезли отсюда около 40 мешков с мусором, очистив от хлама 90 тысяч квадратных метров. Сохранение окружающей среды – главный принцип и часть корпоративной программы «Роснефти». Работа в этом направлении ведется непрерывно. Возможно, в ближайшее время еще одной чистой территории в Ленском районе станет больше. Ксения Журавлева, Анастасия Белокриницкая, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».